друзья, с вами Кенник. И, короче, это видео будет посвящено одному маленькому питомцу, который называется Темный Ежик. Я, короче, скрестил его вообще по фану и выбил топ, просто легендарку, целительная аура. Я не знаю, это, возможно, какой-то баг или что, написано 26 единиц 5 секунду, но он хилит просто как отец. Короче, все это делается очень просто. Мы с ребятами тут решили зеленую локу почистить, надбиться и так далее и тому подобное, посмотреть, сколько хилит. Бомба, сейчас умрешь. Все, есть. А, если... а ты танк, да? Правильно? Да. 380. Вот, у нас ребята все тут надкоцанные, короче. А, сейчас фанатик даст еще хил. А, это медведя он поставил. Так, давайте. Давайте где-нибудь вот тут, вот на открытом месте, чтобы было все видно. Погоди, давай, юзы. Отхил идет, смотрите, по 60, по 70. Я слажу с медведя. Все, пацаны все хило, фуловые. Но только танк. Они дохили, сколько бомб осталось? Да. Осталось. Ну, у меня 287. Ну, если бы ты бинт прожал, ты бы фуловый. Ну да, кстати, еще ж бинт юзается. Угу. Короче, давай еще раз. А я без элика надпью. 305 хп у файера. Блин, это просто топ. Вообще залетать мне уже. А? 285 отхилил. 285. 285 хп. Чисто перед файтом, блин. Я сейчас отвечаю, если этот еж, если... как его... блин. Что там табуна дает? Кабан еще. Просто леги повыбивать. Это я не знаю, что будет. Просто неубиваемый, наверное, или что тут. Давайте, ребят, коцайте. Сейчас проверим еще одну тему. Он не дает мне коцаться, сам коцается. КД идет у топ от хила. Одна минута. Она, да-да-да, одна минута идет и 5 секунд. Отходи, иди. Аура лечения 37 секунд. Ну, видите, тут обычно побольше хилит, чем здесь написано. Ладно, давайте-ка еще разочек. Давайте. Да не убивай. А ну-ка плюхнись еще раз на медведя. Он не работает, да? Мишка не хочет падать. Кстати, да, еще, ребят, заметили в обнове, тут вообще прям нарисовано в заданиях. Вы можете, вот видите, у меня тут остался один квест, типа убить Северный Громил. Но уже очень удобно сделано, что если вы забыли какие-то ресурсы, вы можете посмотреть, не знаю, как вы, но я иногда это терялся. То есть забывал, что там, да, и как. А здесь все уже пофиксили. Но вот этот отхил, я не знаю, тут на каждого он нормальный. Но топ было бы, конечно, бы на хила. Хотя у меня же прочки тоже там немного. Поэтому, да. Ладно, давайте еще раз. Он будет... Сейчас я буду еще мясо есть и бинты. Давай, чисто. Так, фанатик готов? Да, все, готов. Давай, вот, поехали. Все, пошел отхил. По 80. По 80. 72. 80 у меня только что с банкой, да, и 70. Все, фул, смотри, все фуловые. Все, фул. Это просто топ. Ребят, если кто-то выбивал уже что-нибудь, пишите, пожалуйста, в комментарии. Нет. Нету? Я все отдавал, да. Ну, тоже прикольно. А если ты еще тотем кинешь, если... Короче, наверное, все. Давай попробуем чисто еще раз. Еще тотем. А тотем с собой? Нет, я еще отхил... Элик на отхил не пил. А он же стакается, да? Или не стакается? 15% на хил. Ну видишь, Фарк пишет, что типа не стакается. Мы же тут всех мобов поубивали. ХП мало что-то, да? Ну пойдемте в камень. Да, погнали в камень сходим. Как раз КД пройдет. Ёжик по скорости передвижения, как кабан, кстати. Но призвальца мне не нравится долго. Мне нравится рысь. Очень быстро чик-чик, все. Уже есть. Сколько четвертый хилда? Да, я заметил, маловато там что-то, видимо, не стакается. Может быть, он с волной не стакается или с чем. Потому что получается такая история, что он сам по себе хилит по 40. По 44. Да, я не думаю, что третий хил он хилит там 20, сколько-то там. Блин, тут уже тоже 20. Какой-то бомж поубивал. А, хил всего, ты имеешь в виду вообще? ХП сколько дает? Или... У него, получается, стопку дает это и 160, 260. Пойдемте к Хелю, там у нас есть мобы. Много. По идее. Блин, ну, имбовый.
Но понимаешь, проблема-то в чем? Тут не обязательно это. Ну, на, конечно, надо понять, с чем оно стакается, с чем нет, но с другой стороны, Ну, типа, вряд ли. сам факт. Нет, вряд ли ты будешь давать это все вместе, но это же бред, зачем столько Ну, надо? все равно, чисто ради интереса, посмотреть, сколько она. Ну да. Так, раздевайтесь, вот здесь есть. Потому что по факту тут. Да, типа. У него такая большая передняя, задняя часть. С медведем. Похоже чем-то. У него там какие-то, у него там, короче, грибы. Грибы. А и что-то еще? Это серебро или что? Это ягоды, может, какие-то там в мешке лежат. Сам сундук, сумки справа, сумки слева и центральный. Все, бомба, уходи. Ну ты хитрец. О, можешь подменить фаер. Мину Что, если поставишь, если что. покушаюсь чуть-чуть? Дайте мне покосу Ну, иди, тут мобы уже собирали, ребят. сам. Все, я лол. Окей, так вот, забирай фонарик. Давайте. Мину, если что, О, поставишь. стоп. Да дай ему подкоцаться. А, он одного хочет. Иди, иди сам тоже покосись. А, ну точно, давай в натуре. Так, Ой, я я одно пас. хп, да? Или два? Упал. Кстати, вот так вот, наоборот, нормально. Стоп, а может это... Давайте я сейчас хил заюзаю и посмотрю, сколько он хилит отдельно меня просто. Блин, это один на секунду статус. Просто секунду посмотрю хил. Погодите, стойте. Сейчас же сдохнешь. Ну дай, подожди. 62 дает, 62 дает мне с банкой 4-й хил. Шестьдесят Вот, два. еще одного. Да, значит, оно что-то, видимо, режется. Они забили на Стаса. Алло, алло, я был. Значит, знаешь, что он? Все, отходи. А. Тихо, 15. Еще одну тычку Еще можно. на. Даже две. Ну-ка, иди сюда. Стой. Еще одну можно. Волк, типа, типа. Отлично, Все все. нормально, нормально. Так, я одеваюсь. А Что, если я на сколько хиле получилось буду, это? будет работать, кстати? У друида третьего хп нет меньше, чем у танка. Что, если я хила поставлю? Короче, оно не... Смотри. 62 идет с хилом. Еще на 82 козырь фанатик. У тебя много хп. 82. Значит, волна хилит. Мне кажется, оно тупо не стакается с кругом, Стас. Вот что я могу тебе сказать. Мне кажется, оно работает как круг и не ста... Вот смотри, давай я сейчас без круга дам просто волну. И хил, по идее, должен быть такой же. Тоже по 82. По ребятам пустим. Не надо, Давай. так, надбиваться очень долго надо будет. Они же жирные все. Давай еще раз, последний раз глянем. Убивайте. Все, давайте, готовы. Готово? Подождите, Да, давайте давай. покрасивее станем. Вот так красиво будет. Во. Я кидаю. Давай, раз, два, три. Что-то не хватает. По Ну 72, вот. видишь? Нет, слушай, они тоже по 72, я просто бинт не проюзал. Они по 72 хилятся, да? На А-а-а. ТД этому. Оно не стакается с кругом, значит. Именно с кругом. С волной стакается, с кругом нет. Вот и все. Да, 345 хп. да. И было, в принципе, считай, Ну, что. я Ну да. 189, видишь? Я просто бинт не заюзал, да, по факту. Оно не стакается с кругом, короче. Типа, как альтернатива кругу считается, видимо, я так Ну, понял. топ. Ну Ладно. смотри, сколько оно хилит получается? По 44, да, мы смотрели просто А, внешне. давай я просто 400. заюзаю сейчас вообще. Оно же будет все равно хилить, когда даже... Подожди, 20 секунд еще. О, понимаю, когда некуда девать. Когда заюзал эту кротовую нору. По КД лутаешь. Кстати, там тоже разведки, когда мы вчера выбивали две штуки, да? Да. Так, все, начинаю.
Поехали. По 37. Угу. Ну, по 42 это с банка был. Угу. Ну, что? Смотри, 37, вообще офигенно. Да. Ну, с ракет где-то. Это, ну, короче, это нормально. Это прям вообще неплохо. Это 160 хп, это как круг. Подожди, так это круг и есть. На четвертом хиле нет? Подожди. Все. 160 единиц, Стас. Это четко круг, просто хила, считай. Жесть. Ну, он даже юзается, как видишь, как этот. Ну, он, да, похож. Смотри, с медведя это перья, просто, перья сыпятся. Да, да. Ну что, короче, топ уже у нас, поэтому, ой, стерожитесь. Ладно, ребят, с вами был Кенни, как всегда. Кто подписан, то не подписан, обязательно подписан на канал. Чао, какао, до новых видосов, пока-пока.